Обращения и жалобы туликов будут рассматривать на специальных совещаниях, причем повестку будут формировать сами жители своими вопросами. Сегодня в правительстве региона прошла первая встреча с участием руководителей профильных министерств и ведомств. Алексей Дюмин рассмотрел 6 обращений, в том числе и коллективных. Так, жители домов под управлением компании «Зеленый город» получили квитанции с завышенными суммами по ОДН за электроэнергию. Начальник госжилинспекции пояснил, что проверку по этому вопросу уже провели. По закону оплачивать сверхнорматив обязаны или ресурсники, или управляющие компании, но только в том случае, если сами жители не взяли эти обязательства на себя. После проверки протоколов общего собрания выяснилось, что жильцы согласились оплачивать сверхнорматив сами. Глава региона отметил, что людей могли ввести в заблуждение и поручил провести общее собрание жильцов. Для того, чтобы начисление списать, можно только обратиться в суд любому собственнику и через суд отменить решение общего собрания. Мы со своей стороны здесь подключились, открыли документарную проверку, через Росреестр запросили данные и посмотрим, если у нас будут выявлены нарушения, и там действительно стоят либо не те собственники, либо не будет кворума, это дополнительное основание для того, чтобы в суд обратиться, тогда уже выйдем мы. Игра в 15.